Аким Алматы Бакыжан Сагынтаев ознакомился с планами по благоустройству и озеленению города. Об этом глава мегаполиса сообщил на своей страничке в Инстаграм. Городоначальник пишет, что проекты будут реализованы в рамках программы «Дорожная карта занятости». А вот акцент сделают на микрорайоны Нового Алматы. Кроме того, по словам Акима, только в Алатауском районе запланирована реализация сразу 20 проектов, в том числе по строительству рекреационной зоны в микрорайоне Карасу, ремонту скверов в микрорайонах Шапагаты и Зерделе. Также благоустройство пешеходных зон и прилегающих к жилым комплексам территории, возведение детских и воркаут-площадок, ремонт арочной системы и освещение. Все это делается для комфортного отдыха жителей и гостей мегаполиса, подытожил Бакыжан Сагынтаев. В общей сложности по благоустройству населенных пунктов будет реализовано 125 проектов, которые позволят создать 12,5 тысяч рабочих мест. В целом до конца года по дорожной карте занятости трудоустроит 26 тысяч горожан. Здесь мы усиление реконструкции социально-культурных объектов.